беспокоит и что мы опасаемся проведения сессии и рассмотрения вопросов. Разве кто-то здесь может отрицать наличие пандемии? Кто-то может отрицать, что у нас по 200 человек заражаются и менее 5 каждый день у нас умирают. И в том числе умирают уже и молодые люди. Можно я, вот вы говорили, уважение проявляю коллегам. Дайте уважение, дайте договориться. Это уже не перемерцу требования. Себя начинать проявлять уважение к своим коллегам. Без всяких обульных высказываний, упрекательств, каких-то политикаций, красований, или еще что-то. Слушайте, стоит вопрос, вот действительно, как с боевых действий каждый день, все же живем в маленьком обществе, то каждый день кто-то умирает или знакомый, нам на что-то, чтобы коснулось нашей семьи, наших детей, чтобы мы собрались и организовали, приняли какие-то решения. Причем здесь волонтерство? Мы говорим о том, что на комитете, который был рассмотрен приглашение министра. Подождите. И министр ли, и главный санитарный врач обратились в парламент принять меры для того, чтобы у них были правовые полномочия, ссылаясь, что исполнительная власть не рассобирает ни коалиционный штаб, ни договорить, в конце концов. Сам министр здравоохранения, чьи полномочия обязаны, как раз в этой ситуации входит разрешение, которое также в авральном режиме с раннего утра до поздней ночи находится, ездит по ковид, по красным зонам, просит, обращаясь к парламенту, говорит о том, что не работает коалиционный штаб, как в 2020 году, когда работал коалиционный штаб, у нас было всего лишь 4 инфицированных человека, ни одной смертности не было. Сегодня ежедневно по 200 человек заражаются, 5 человек умирают, и мы отрицаем, говорим, что это никакая не безопасность. Подождите минуточку, уже здесь много было высказано человеком, что-то мнение. Абсолютно правильно, без камер мы понимаем.